Даже о правде нужно помолчать, если она принесет несчастье. Привет, я Даша. Это традиционный книгоотчетник, но подается он не совсем традиционно. Вот тут можно увидеть появившиеся такие менюшечки, кликай по которым можно попасть на мое мнение по соответствующей книге. Вот. Так что кликай на любую понравившуюся или на все подряд и смотрим видео.